Здравствуйте, коллега! Пожалуйста, включите оповещение о новых роликах Глюка. Для этого нажмите внизу на колокольчик. Всем утюг, с вами Глюк. Добро пожаловать в видосики по Майнкрафту, веселенькие. И погнали. Сегодня у нас жизнь волка и жизнь свиньи. Тут житель храпит. Блин, дурацкая реклама. Уйди. Пришел человек, пришел Стив. Погладил свою собачку и пошел. Или не пошел. Это собака смотрит. Курицу, жри ее. Жри. Не жрется. Курица не хочет сожраться. Морковку купил. А нахрена им морковка? Гав-гав. Хрю-хрю. Дай мне вон ту, чё там дать. Свинью он покупает, что ли? И вырубился. Окей. Кто из них пойдет с ним? Ой, какая синенькая. С бородой. У нее борода. У нее есть борода, я скажу ей да. И оставил двери открытые в хлев. Они все сбегут оттуда, закрой там двери. Что это такое здесь происходит? Свинья против волка, что ли? Дебил споткнулся. Да глянь, она пинает его еще. Свинья совсем охренела, видимо. У нее щетина еще так. Молодец. Браво. Так здорово ушатал себя. Вот и меч новенький. Свинья вообще беспределец, слушай, она пинает всех подряд. Слушай, он не живой, можешь забирать эмеральды. Так еще я бы забрал. Все равно ему они уже не нужны, он уже себя болотком прибил. Девчонки готовят что-то. Мясо. Это, видимо, его жена и дочка. Смотрите, смотрите, жена и дочка, я купил вам свинью. Смотрите, какой симпатяшка с бородой. Милая хрюшка. Хрюшка больше, чем девчонка, жесть какая. Ты смотри, она ночью тебя сожрет. О, теперь она не хочет играть с собачкой. Печалька. Все спят. Прям в одежде спят, подумаешь. Кто-то ломится. Кто ломится? Твою мать, вы чё, блин, дверь на соплях, что ли, у вас? Пэм-пэм-пэм-пэм. Этот даже не сопротивлялся ни хрена, нормально? Чё делаешь, хозяин? Слышь, хозяин, чё делаешь, а? Хозяин, хозяин. Посмотри на меня, хозяин. Какая приставучая свинья. На следующую ночь. Свинка пошла гулять. Сама. А ничего, что ее привязывать надо бы как минимум. Что за дерьмо здесь происходит? Чё тебе надо? Говорит свин. Чё-то я не понял, что сейчас за стычка такая была между свиньей и собакой. Гав. Офигеть! Я всегда мечтал так покататься на каком-нибудь животном. Да! Ах ты ж козлина! Это как так? Это нахрена так?
Опять свинья куда-то уходит. Куда? Все, собака решила за ней пойти. Ты глянь, она выводит зомби. Типа, пойдем за мной, смотри, какая аппетитная задница. Фига себе. То есть свинья приводит туда специально зомбаков? Серьезно? Это нахрена? Крипер, крипер! Там крипер! Оп, спалился! Что за дерьмо тут происходит? Все, свинюшку зарезали. Теперь свинюшка будет вкусной. Смотри, там хвостик. Целая поляна. Узю, какой маленький свинтус, милый. И стадо волков. Бегите, бегите все! Вас сожрут! Кто последний, того сожрут. Эть, лошадку откусили. Свинка, спасайся. Свинка, беги. Свинка, не оборачивайся. Да это глупая свинья. Ну что за... Здравствуйте. А, это мелкие. Ты гляди-ка, они типа подружились? Привет. Гав-гав. Все, теперь свинья будет тусоваться с волками. Только волки однажды сожрут всех, а свинья нет. Прятки, играю в прятки. Давайте по кустам! Да, гребаная реклама. Нашел. Одного нашел. А где остальные? Заныкался. Так погодите, а что стало с мамой свиньи? И с родителями волков. Хорошо, замаскировался как, а? Ну все, всех отыскали уже. Сейчас не поросенка загрызут. Пусть он останется с нами. Хрю. Очень харизматичный хрю, он сказал. Ну ладно, пусть дружат. Ты подожди, свин, подожди, они вырастут и сожрут тебя. Это же волки. И стал свинтус жить среди волков. Эй, проснись, проснись, он за жопу сейчас тебя укусит. Он типа это, чтобы не мерз. Как мило. Только непонятно, что стало с родителями поросенка. А вот и мама с папой пришли. Нашли поросенка. Оу. Они все плачут. Прощайте, прощайте.
Мама с папой такие косоглазые, вообще в разные стороны смотрят. А, это уже следующий, видимо, мультик пошел. Про что? Да. Нубик-зомби, блин. Чё за... What the hell? Моё! Нет, моё! Нет, моё! Они дерутся как бабы! Чё происходит вообще? Это урок труда или что? Всем привет! Или они выступают, значит, что-то показывают? Капкан. Это капкан? Свинюшка. Капкан, напади на свинюшку. Рожа такая же, как у зомби. Хренушки. Правильно, потому что капканы любят миленьких животных. 6, 7, 5, 10. Снеговику, короче, понравилось на десяточку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, какое оружие, а. Классно. Это новые научные изобретения, видимо. Загорелось. Он обстрелял жюри. Готов поспорить, снеговик все равно даст 10 баллов. А, не, 8 баллов. Ну, потому что ему в нос попали. А так бы было бы все 10. Житель придумал мультиоружие, наверное, и сам себя ему шатал. Молодец. Курица подгорела. Что нам покажет Стив? Смотрите, я придумал женщину, которая умеет готовить, да? Не? Что это такое? Или она типа убирает все? Сортирует? Отлично, Стив придумал женщину. Отлично. И она может справиться со всеми. Действительно, как грозное оружие. Еще и суп готовит. Ну блин, это сексизм в чистом виде вообще. То 10 баллов. Стив выиграл. Стив красавчик. Какая крошка, молодец, молодец. Вообще-то это ей должны были кубок дать, а не ему. По-моему, так было бы гораздо справедливее. В общем, если вам понравился ролик, то делитесь с друзьями, нажимайте на звоночек, ставьте лайки. А с вами был Глюк, всем пока. Тебе, братан, ответ простой: зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтоб быть по жизни крут, грести по жизни лучший лук. Возьми курсор, идуй за мной, мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба на свет идет, таков путь Глюка.